Всем привет! Сейчас я вам покажу и заказ из компании Сиель. Вот этот каталог у меня позади, на фоне. И этот заказ тоже я делала в мае. И он на 60 с небольшим баллов. Делаю на 60 баллов для того, чтобы получить в подарок небольшой флакончик 20 мл. И флакончика, то есть духов в подарок. Что я заказала первым делом? Кончилось у меня уже все питание от компании Сиель. И я заказала одну упаковку коктейля. Обращаю внимание, что упаковка запаяна. Видите, в том месте, где мы должны открыть, она заклеена наклейкой. Здесь у нас вот такая вот закрышка, закрывашка. И тут тоже запаяно. Это нам говорит о том, что никто эту коробку не открывал. Это радует. Я все время на это обращаю внимание. Может быть, это не так важно, но я считаю, что важно. Суп-пюре я заказала. Я его уже открыла. Тоже не успевала снимать видео. Ну, раз открыла, я вам покажу. То там у нас 15 пакетиков. Это порционные. Очень удобно. Порционная расфасовка, очень удобно использовать, удобно брать с собой. Суп-пюре. Это я ем утром перед выходом на работу. То есть это не каждый день, а только когда я иду на работу, потому что мне это очень удобно. Я выхожу в 7 часов, и около 7 часов я съедаю такой суп. Потом я заказала коробку батончиков. Это новые батончики, но мне очень нравились и старые, только не с какао, а орехово-шоколадные и... Ой, нет, орехово-фруктовые, фруктово-ореховые. И мне нравились еще с курагой. С курагой были самые вкусные батончики, но, как компания сказала, руководитель компании Елена Соколова сказала, что не будет большого ассортимента, будет где-то 2-3 вкуса каждого этого самого компонента. И вот эти вот в этом году, то есть в этом сезоне появились, они будут, я думаю, до сентября. Потом эти, наверное, уйдут. Еще вторая есть. Второй вкус с ананасом. Это я куплю так теперь уже в июне. Пока еще не пробовала. Видите, он тоже запаян. Как раз у меня сегодня кончились все батончики. Последний доела в электричке, когда ехала с дачи. И запаян вот таким образом. Там батончики. Ну, у меня есть видео про батончики, по-моему. Я уже сейчас не помню точно. И, соответственно... Буду потом показывать со стороны рук. И косметическая часть моего заказа — это вот эти вот средства. Эту серию очень хвалят. Это для пенка для мытья лица, для умывания. Что я так сказала? Вот. Она имеет, ну тоже смотрите, как упаковано, тут все закрыто, пока не открывала. Потом все открою, покажу и буду потом показывать по типу пустых баночек, с целью рассказать о том, какой у нее будет эффект и как она сушит, не сушит, что там происходит. Там какая силиконовая щеточка. Все очень хвалят вот это вот средство для умывания. Вот это вот серия. Там еще есть кремы. Есть у меня обзор каталога, можете посмотреть, там эта серия тоже показана. Здесь я купила для себя это сыворотка от пигментных пятен, так как у меня есть пигментное пятно, и оно не одно. Вот я... Ну, я, конечно, пойду к косметологу. Честно говоря, долгие годы я вообще не заморачивалась по этому вопросу, а потом вдруг как-то что-то раз и подумала, что надо что-то делать. Ну, я решила пока ограничиться вот этим, а потом схожу к косметологу, может быть, каким-то лазером или чем-то мне там его поубирает, но я не думаю, что это поможет. А потом это, ну, по большому счету, это бесполезно. Ну, что особо трудиться, если возраст, куда его денешь? И, значит, что тут такое из этой серии? Вот гиалуронов... Актив, по-моему, да, гиалурон актив серия, мне очень понравилась, я кое-что брала, крем у меня в подарок, я буду им пользоваться, сыворотку брала, пойдет у меня в пустых баночках, я все тюбики разрезаю, пока до конца я оттуда не вытащу, потому что там еще недели на две этого самого ухода. И что я заказала, соответственно, это у нас, это лосьон тоник. Это такой голубенький, тоже у меня про него есть видео, если интересно, посмотрите. Очень он мне нравится, потому что он и как тоник, и как сыворотка работает. И тут же снимает сухость. Хотя сейчас в зимний период, то есть в летний период, и особенно когда я живу большую часть времени на даче у нас не такая хлорированная вода, как в Москве,
И, конечно же, качество кожи улучшается. Ну, плюс еще мороза нет, и все вот это вот. Я не знаю, как, насколько это будет потребность, насколько нужно будет мне снимать сухость. Такая это что такое? А, это ночная маска. Ну, по сути, это ночной крем. Это маска, которая не требует смывания. Вот я тоже попробую, хотя ощутить в полной мере, наверное, насколько она снимает сухость, это я смогу только когда наступит зима. Осень-зима. Но неважно. Все равно уже куплено. В подарок я получила какой-то этот самый аромат, я не помню уже какой. Какой-то получила. Но что-то он меня не очень впечатлил. Вот, наверное, поэтому я и забыла. Но, в общем, уже июнь, уже я купила на июнь часть заказа оплачена. У меня несколько ароматов, несколько маленьких таких. Это я потом сниму отдельное видео, естественно. И, ну, так как они поменьше объемом, я, наверное, их на дачу возьму и там сниму видео. Но вот это я, конечно, на дачу не потащу, потому что все это тяжело, и поэтому я быстро в таких экстренных условиях снимаю видео. Для того, чтобы начать уже наконец пользоваться. И то я уже, видите, не выдержала. Суп открыла, но я думаю, это не важно. Так что вот, друзья мои, покажу поближе потом уже открытые коробки, как выглядят эти самые тюбики. И кому интересно, смотрите, пожалуйста, пишите. И теперь с рук показываю вам заказ из компании Сиель. Вот по этому каталогу. Ой, нет, каталог у меня как раз предыдущий. Это уже новый каталог, по которому я делала обзор. Поэтому я его сейчас убираю. Начну с того, что у меня уже было открыто. Открыт у меня был суп куриный. Вот такие пакетики. Вот так здесь у нас расписана вся подробная информация о супе. По супам, коктейлям у меня было видео. По-моему, более подробные даже сравнения коктейлей. Я все собиралась сделать коктейль Herbalife, но так и не сделала. Что-то у меня он застрял. Я его и доесть не могу, потому что собираюсь снять видео, но и никак не это самое не сниму. Так, здесь у нас что важно? Ну, то, что он протеиновый, он чуть меньше содержит этого самого протеина, чем коктейль. И здесь у нас содержатся картофельные хлопья. Вот, ну, неважно. В общем, очень вкусный суп. Как продукт питания, очень даже достойный, вкусный. Здесь у нас, это уже коктейль, я его еще не открывала, но, наверное, сразу открою. Ну, смысл такой же, в принципе, я это уже показывала в другом видео. Вот в компании Сиель все запаковано более тщательно. Посмотрим. Его коктейль капучино, но он не очень кофейный, ну, и довольно сладкий. Но важно, что здесь нет у нас ни фруктозы, ни сахара. Сахарозаменитель один из самых полезных. То есть сукралоза, подсластитель сукралозы. Вот написано. Вот, что еще важно. Батончики. Батончик я уже открыла, потому что у меня тот кончился. И сняла с него слюду, но это я показывала в первой части видео. Полностью была закрыта коробка. Вот так открывается у нас. Здесь упаковочка, то есть листовочка. И вот этот вот батончик я как раз сегодня попробовала, когда ехала с дачи. Ну, скажу вам, мне не очень понравилось, потому что, ну, тоже очень сладкий. Там какие-то крупинки, это, наверное, идет кокос. Орехи, может быть, еще. Ну, естественно, сытный. Все эти батончики очень сытные. Такая у него консистенция. Такой вот он. Я его есть не буду, конечно. Сейчас тоже, сейчас не время. Сейчас мне уже пора ужинать. Я питаюсь исключительно по часам. С небольшим сдвигом. Кого интересует, у меня на канале есть видео о программе питания, на которой я сижу уже 10 лет. Можете обратиться ко мне, если кому что-то нужно. Я вам помогу похудеть. Ну, а это пока мой заказ по компании Сиель. Так, и вот эти вот два, получается, средства. Три. Нет, подождите, еще же было что-то. Я уже не помню. Ну, ладно, сейчас посмотрим. А, еще был вот этот вот
лосьон тоник. Но по нему у меня отдельное, по-моему, видео было. Коротенькое, можете посмотреть, если кого интересует. Так, а это у нас маска ночная. Сейчас, кстати, вот посмотрите, как упакована. Хочу обратить внимание, как упаковано. Мне это важно, я об этом все время говорю. Вот бренд Сиель. Почему-то не на всех продуктах, не на каждой продукции есть, то есть изменен дизайн этой упаковочки. То есть не дизайн упаковки, а дизайн логотипа. Потому что тут старый логотип, а здесь новый. Что-то мне в горло попало. Итак, вот эта маска. Состав. Тут можно прочитать. Ну, мне кажется, состав это скорее, вот такой состав это маркетинговый ход, конечно же. Здесь мы смотрим. Как использовать такой тюбик. Вот эта серия мне очень понравилась. Очень хорошо увлажняет. Сейчас посмотрим. А, ну здесь зафольгировано. Ну, давайте откроем, все равно мне этим пользоваться надо будет. Опа, вот она сразу полезла. Вот. Ой-ой-ой, придется на руки нанести. Сейчас просто жарко, и, наверное, вот она лезет. Сейчас я ее закрою обратно. Сейчас в Москве и в Подмосковье стоит очень жаркая погода, нетипичная для июня, и поэтому такая у нас жара получается. Ну вот как раз для моих рук это то, что нужно. Сейчас понюхаю. Ну, запах практически я не чувствую никакого. Очень такой ненавязчивый, легкий запах. Листовка вложена. Здесь у нас что? Подробнее что-то про это средство. И вот можно поподробнее прочитать. Сама еще не читала, потому что первое я его открываю, потом посмотрю, наверное, я буду делать отдельные, на каждый продукт отдельное видео, коротенькое, мне кажется, это очень удобно. Вот сыворотка от пигментных пятен. Посмотрим. Ну, конечно, надо будет ее долго использовать, тем более пятна у меня застарелые. И, скорее всего, не скоро они у меня пропадут. Ну, посмотрим. Так, тоже она открыта, закрыта. Вот я вскрыла эту коробочку. Сейчас посмотрим, что там внутри. Так, внутри тоже листовка. Флакончик. Вот так выглядит эта сыворотка. Сейчас открывать пока не буду. Потом буду делать видео отдельное по ней. И вот тут написано подробно. Листовка там внутри. И вот этот вот очищающий, как сказать, пенка для умывания. Не знаю, насколько она глубокая, очень ее хвалят, но посмотрим. Посмотрим. Вот тут состав на упаковке. Все средства компании Сиель мне очень нравятся. А, ну вот тут мочевина Ория вторым номером. Это мочевина. Она, конечно, размягчает. Размягчает эпидермис. И, конечно же, она будет хорошо это самое. И вот смотрите, там СЛС нескольких видов, трех. Ну, понятно, понятно, да. Вот опять же, также она закрыта, тут упаковка, это самая, как это называется, наклеечка.
И сейчас я открою. Так, вот я открыла. Сейчас посмотрим. Она хороша тем, что это вот современный тренд такой. Не только у этой компании я это видела. Вот здесь у нас так она снимается, этот колпачок. Так, не знаю. Ну, в общем, здесь силиконовая губочка. Вот при вас прям буду снимать, потому что я не поняла, как это снимается. А, ну вот так. И вот такие силиконовые щетинки. Ну и там надо нажимать. Выскакивает пена. И вот этой штукой мы массируем лицо. И предполагается, что вот так она хорошо работает. Посмотрим, буду потом рассказывать. Потому что действительно, чтобы прежде чем делать сыворотку, надо, наверное, хорошенько очищать. Ну вот тут вот как написано, как делать. Обратно мы сейчас ее закроем. Я так понимаю, что это, с этим так и надо хранить, хотя не обязательно, но от пыли разве что, да, потому что если там где-то она лежит. И последнее, это самое средство, и это вот такой мультиактивный тоник Софнер. И этот я открывать не буду, просто покажу, что он у нас больше, чем предыдущий вариант. Почему-то компания CL не уменьшает объем, а увеличивает. Вот, видите. Ну, посмотрим. Мне он понравился. Это уже вторая баночка. Второй флакон. Вот такой вот он. Красивый. Очень хорошо снимает чувство сухости, увлажняет. Просто прекрасно. Как тоник и как сыворотка действует. Его так и позиционируют, как одновременно и сыворотку, и тоник. Вот такой у меня был заказ CL. Компании CL. И вот теперь у нас... Ой, тут у меня вот это то, что выскочило, налилось на все мои поверхности. И вот я хочу вам еще раз показать в новом каталоге. У нас много будет. Возвращается Шанель номер 5. Увидим My Darling. И это очень хорошо. И вот из новинок тоже вот этот вот кератиновое, как бы выпрямление, кератиновый уход. И меня заинтересовало... Я, кстати, не заметила с первого раза, пока партнеры не сказали в одном из чатов, что вот это вот такие патчи, жидкие патчи вокруг глаз. Это очень хорошая штука, если они будут нормальные, надо будет на зиму закупить. Вот такая новинка. Так что очень советую вам попробовать эти продукты. Это очень хорошее качество, и цена умеренная, не очень большая. За такое качество цена, я считаю, вполне себе доступная. Ну, собственно, мы же еще и регистрируемся для того, чтобы покупать дешевле. Для меня это все дешевле. И вам тоже советую зарегистрироваться. Обращайтесь ко мне, пробуйте, расширяйте свой кругозор.